Друзья, всем привет! Для нас гонка закончилась. Я остановился на стадии топ-8. Мы с Чепой в топ-8 встретились, и я ему проиграл, к сожалению. Так, вкратце расскажу об обстановке. Обстановка так себе. Погода петух. Закончили. Где-то 4 или 5 градусов на улице. Очень холодно. Мы целый день мерзли. Бедные зрители, которые все это смогли вытерпеть. А под конец пошел дождь, который вообще всех удивил. И финал, пацаны, Гоча с Чепой ехали уже по мокрой трассе. Ну, до встречи в Сочи. Я очень сильно расстроился, потому что так сильно настраивался на эту гонку. И к заезду с Чепой был готов. Потому что до этого заезда у нас счет был с ним 2-1. Вот, и, конечно, победа в этом этапе, или хотя бы там какой-то результат ближе к подиуму, был бы для меня очень кстати для личного зачета. Я в личном зачете пока на 7-й позиции, и я думаю, что финальный этап в Сочи расставит все на свои места. Так что такие дела. Всем привет, всем пока. Дэн, покажи, где что там. Вот белая линия, это давление топлива. Видишь, вот она была ровная, а вот отсюда все пропало. И вот здесь уже ноль. А по какой причине? Ну, подача топлива отсутствует. Насос, да? Насос, да. А потом, смотри, его опять, видать, колыхнуло, накачал. Да это запустился уже. И пошел. Угу. А в каком моменте там время не показывает? Ну, время-то относительно. Тут время-то относительное. Вот разгон, вот первая, вторая, третья, тут пауза, вот это, скорее всего, первая дуга, вот это вторая дуга, все, и здесь в конце второй дуги вот он. Не, она в первой дуге еще. Ну вот в первой дуге вот это было, а в второй дуге вообще ноль давления, а в первой дуге проехала. Так я до второй дуги не доехал даже. Не, ну вот вторая вот эта. Ты до третьего Z не доехал, до вторую Z ты проехал.